кстати, кто-то из местных болельщиков пошутил, дескать, отдали двух игроков сегодняшнему сопернику. Взяли одного. Может быть, и гол. Шайба влетает в сетку ворот Юрия Ключникова после дальнего броска. Расстроен, конечно же, вратарь. А поздравление принимает 9-й номер Иван Вишневский. Задел ли кто шайбу? Или она зашла непосредственно после броска защитника? Номер 92-й.